Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Хочешь ноутбук помощнее? Приходи в ломбард «Титан» и выбери современный. lombardtitan.ru. На Октябрьском проспекте камера зафиксировала, как пассажирский автобус столкнулся с иномаркой. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Октябрьском проспекте ПАЗик 54-го маршрута протаранил черную иномарку. По словам автора видео, в момент аварии на перекрестке не работал светофор. Удар получился не сильный, скорее всего, пассажиры автобуса не пострадали. На улице Московской водитель «Лады» не заметил попутную иномарку. Судя по видео, удара не произошло. Уходя от столкновения, иномарка выехала на тротуар. На улице Карла Маркса водитель красной иномарки едва не спровоцировал ДТП с автобусом. На улице Боровского водитель кроссовера не рассчитал маневр, выехал на дорогу и перекрыл движение. На улице Щерса едва не произошла похожая ситуация. Водитель грузовика не заметил машину с камеры. На Октябрьском проспекте водитель автомобиля с регистратором вовремя затормозил и смог избежать аварии с иномаркой, которая ехала по улице Пролетарской. На улице Московской камера запечатлела нарушителя на иномарке, который решил на перекрестке повернуть налево. Здесь прямо только движение. Ну, не знаю, что. Ты дебил. На улице Потребкооперации водитель машины с регистратором въехал в яму и пробил колесо. Судя по видео, дорожная ситуация сложилась таким образом, что объехать яму водитель не смог. На улице Боровского автомобилисты наблюдали танцора в шортах. По словам автора видео, бегун был пьян. Он был в хорошем настроении. Пробежку он продолжил по путепроводу. Михаил Вагин, место происшествия.